Краснодар тут, Соча 0-0-0. Краснодар тут, Соча 0. 2-0. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Футбол. Первый домашний матч в этом сезоне. Мы все с вами очень долго этого ждали. И вот, наконец-таки, у нас матч третьего тура Краснодар-Сочи. Я думаю, сегодня будет жарко, Габи. Другие аппетиты есть, ты постоянно говоришь, жаркое. Сегодня будет мощнейшая битва, без травм. 3:00 до начала матча, и вот такой у нас ажиотаж в кассах. Только Сочи, только победа! Только Сочи, только... И привет! Как ты думаешь, Краснодар в этом году будет более успешным, чем в предыдущем, или менее? Посмотрим. Нужно хорошо стартовать. Сегодня важный матч, и Сочи показал, что тоже будет биться, поэтому надеемся на победу, там посмотрим. Например, ты предполагаешь, какой счет будет? Сегодня? Сегодня, но однозначно победа. Я думаю, что с разницей минимум 2 мяча. Я сегодня оптимист. Друзья, а это Вова. Человек, благодаря которому мы можем наблюдать некоторые выездные матчи. И дальние в том числе. Привет, друзья. Вот. Ты в Питер едешь? В Питер, да. Мы уже готовы. Мы уже на старте. 31 числа мы выезжаем поддержать команду. На автобусе 30 часов. Для нас это не срок. Мы готовы поболеть за команду. А что по сегодняшней игре думаешь? Я думаю, красочное дерби будет великолепным. Я думаю, победа Краснодара с таким хорошим составом, если выйдут все новички, но это, наверное, вряд ли, то мы увидим хорошую игру в исполнении команды Краснодар и победу явную, причем с преимуществом в ноль пропущенных. 2-0, 3-0, вот так. Ну, вы, я так понимаю, за Сочи болеете, конечно, да? Конечно. За Сочи, за что же еще? Тогда вот вопрос. Вы вышли в РПЛ, о чем поздравляю вас, в высшую лигу. Два матча провели. Серьезные соперники были, Спартак, Зенит. Играли-то хорошо, особенно со Спартаком. Со Спартаком это слов нет. Ну, да. Вообще красавцы были. Даже играли лучше, нет, да. И, ну, а почему? Нет. Вот почему тогда вот не забитых мячей нет и нет очков? Футбольный фарт пока. Да. Пока не у нас мало этих реализаторов. Мало кто не может. Не разыгрались, не сыграли. Молодая команда. Начинался неважно, 5 матчей без голов, но затем прям отлично пошли. Надеемся, сегодня будет гол. Мы очень надеемся. Что... У вас быки пастутся зеленью, а у нас еще молодые котята, только начинают глазки прорезаться, зубки. Но все будет в порядке. Да, но мы вас очень поздравляем с тем, что у вас, во-первых, появился футбольный клуб большой. У вас 35 тысяч, даже больше было в прошлом матче, и поэтому... А мы очень рады вам приехать. Да, рады вас видеть. И мы тоже к вам с удовольствием. За хороший футбол. Все, удачи, всего доброго. Сколько примерно вас приехало? Не могу сказать, но пока что собирается... Тысяча три собирается? Да, 3000. Да, там... Что? А где все 3000? Они уже там. Уже там? Ладно, давайте. Постепенно заходите. Все, давайте, удачи. Я думаю, сегодня выиграет Краснодар. Счет будет 2-1. Подожди, у тебя что-то плохо. Да, такая. Давай. Все. Всем привет, вы на канале Футбол. Подожди, я уже представлялся, ты же опоздал, поэтому... Слушай. Поэтому просто всем привет. Всем привет от меня, от Дэна. Да, мы на матч Краснодар-Сочи, совсем чуть-чуть до начала игры. У меня небольшая импровизация и такой... о том, о чем Вова не знает. Мы сегодня делаем конкурс. Будут подарки, это билеты
на матч Краснодар-Порто. Ничего себе. Вова об этом не знал, я только сам об этом узнал. Поэтому надо обязательно быть подписанным на наш канал. Вот, описание этого конкурса будет в конце видео, поэтому нужно обязательно досмотреть. Либо перемотать на конец и посмотреть. Привет. Вперед, быки! Спасибо. Ну что, мы попали... Как эта территория называется? Стадион Краснодар. Нет, стадион Краснодар, понятно, но в лифте, там, где... То есть ты не выкупаешь иронию, да?
закончился первый тайм, что ты скажешь? Рады, конечно, 2-0, уже мы ведем. Дубль Игнатьева. Да, его Игнатьев цену себе набивает, наверное. А тут еще сейчас есть победители, кто-то выиграл только что автомобиль. Вот он. Thank you.
Ты когда снимаешь, ты смотришь вообще, куда ты направляешь или нет? У тебя бывает, куда-то она уходит. Поэтому дальше больше. Следующий у нас матч с «Зенитом» выездной. Да, слушай. Ребята будут освещать. Ты что-то говорил про этот, про конкурс, что нужно сделать. Ну, чуть-чуть попозже я сейчас скажу. Все очень просто и легко. Все, что нужно сделать, это подписаться на канал на наш, поставить лайк этому видео. И самое главное, это оставить комментарий. Комментарий... Можно любой оставить комментарий, и обязательно в этом комментарии не забудьте оставить ссылку на вас ВКонтакте, либо на Инстаграме, да, чтобы вас как бы отыскать, если после того, как пройдет конкурс, вы станете победителем, вот, чтобы мы вас нашли и сообщили о том, что вы выиграли билеты на матч Краснодар-Порто 7 августа. Круто. Но сейчас матч закончился, и прошел он супер круто для нашей команды. Это было красочное. Да? Дерби. Новое южное дерби. Новое южное дерби. Ну, вот. Поэтому, ребят, участвуйте сейчас в конкурсе, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Комментариев можно много писать. Пишите разные комментарии, любые, без разницы. Потом просто рандомно выберем победителя. Просто пишите все, что хотите. О том, что вы хотите, чтобы мы снимали, как, чтобы мы снимали, вот, что вам нравится, что не нравится. Чем больше напишите комментариев, а если еще и поделитесь нашим видео, то просто вам огромный респект. Да. Всем пока, друзья. Пока-пока, друзья. Это Футболс.